Щелкун ввели контрсанкции в отношении недружественных России стран. Чтобы насолить Западу, на местном магазине, который 8 лет был Европой, сменили вывеску. Теперь он носит исконно русское название. За падением Европы наблюдала Арина Зеленская. Поднявшись на уровень второго этажа, рабочие откручивают крепление на вывеске сельского магазина. Несколько секунд, и в уральской глубинке наступает закат Европы. За крушением Европы сельчане наблюдают с интересом. А вот и хозяин магазина. Мужчина рассказывает, смена вывески – его ответ на введенные Западом санкции. Отныне вместо недружественной Европы украшать здание будет простой русский купец. Вообще Европа теперь не в тренде. Решили со всеми санкциями и так далее, так символично, 1 апреля поменять. В связи с отключением газа Европу уронить. Ответные санкции обошлись владельцу магазина в 15 тысяч рублей. Но мужчина уверен, чтобы насолить Западу, никаких денег не жалко. Европа в селе Щелкун царствовала 8 лет, но, по словам местных, ничего хорошего не принесла. Очень приятно, что в нашем родном Щелкуне сегодня такое событие правильное, здравое. Ну а что Европа нам дала? Санкции нетрадиционные, ценности навязывают. Поэтому, я думаю, надо возвращаться чисто к российским приоритетам.